Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. І в студії працює Микола Малкович. Сьогодні у проєкті «Інтерв'ю дня» ми також вирішили торкнутися теми екології, адже для нашого міста вона буде актуальною завжди. І на фоні того, що професійні екологи також роблять свою роботу, до них долучаються ще й просто громадяни, які за власною ініціативою прибирають наше місто. Одна з організаторок подібного заходу під назвою «Чистий Кривий Ріг» Юліана Ківська сьогодні буде спілкуватися з нами. Вітаю вас. Вітаю, Ніколай. Скажіть мені, будь ласка, Юліана, наскільки мені відомо, ви не так давно у нашому місті мешкаєте і приїхали зовсім нещодавно сюди. Скільки приблизно часу ви тут знаходитесь? Относительно недавно, в районі 6 місяців, я проживаю в Кривому Рогі. І за ці півроку ви вже змогли ініціювати такий захід, так, під назвою «Чистий Кривий Ріг», який регулярно у нас проходить з якоюсь періодичністю. Скажіть, що спонукало вас до цього? Когда я переехала в Кривой Рог, я общалась с многими людьми, и остро стояла проблема загрязнения в Кривом Роге. Я обратила внимание на то, что много выбросов, много загрязнений от заводов, и понятно, что начинать с борьбой с этими загрязнениями не самый лучший выбор, поэтому нужно начинать непосредственно с жителей Кривого Рога. Что это? Уборки нашего города. Я считаю, это лучшее начало для того, чтобы привести наш город в порядок. Да, конечно, коммунальные службы не справляются. Во многих районах даже очень много загрязнений бытового типа. Это бумажки, это различного рода отходы, даже еда. И они просто там гниют, попадают в нашу землю, что является большой катастрофой в будущем. Конечно, после первой уборки, это просто традиция была семейная, я вам честно скажу. Не было сразу инициативы создавать такой вот волонтерский клуб. Это была просто наша семейная традиция. Мы по выходным выходили и убирали парк недалеко от дома. И что ж, в один прекрасный момент я подумала, что можно приглашать людей. Я делала это через свой блог в Instagram. Я просила, чтобы меня репостили по возможности. И было много желающих. Я хочу сказать, что многие охотно идут убирать город. Конечно, многие пишут, хотят, но не доходят до города, до уборок. Мол, не получилось, мол, не смогло. А коли наступный раз, так? Каждое воскресенье мы занимаемся уборками, но мы не только убираем, мы еще садим деревья. Тобто ви продовжите ще й таку традицію екологічну. Да, да. Слухайте, ну це дуже круто. Насамперед хочеться відзначити те, що за якісь півроку у Кривому Розі ви людина, яка приїхала сюди з іншого міста, скажіть, будь ласка, з якого? З Києва. З Києва. І побачила те, що в нас відбувається навколо, і дійсно взялися до роботи, це досить приємно. Навіть я знаю, що люди після роботи своєї основної приходять до вас, і це також, ну... Да, Ніколай, це дійсно возникає уваження до цих людей, оскільки багато працюють на шахтах, на заводах з ночної зміни, приходять з сім'єю і убирають. В то время, як люди, які просто цікавились, либо посмотрели і пройшли мимо, сидять вдома і не можуть просто почати і допомагати своєму рідному місту. Рідному, корінному місту, розумієте, в чому смисл? Я в Києві теж убирала город. Это были такие разовые волонтерские инициативы, но в Кривом Роге мы сделали это постоянно, для того, чтобы люди могли помнить, что до обеда каждое воскресенье можно присоединиться. Это выходной день, это утро, тем более в карантин, когда был выходного дня, он был недолго, но поверьте, в этот день пришло наибольшее количество людей на уборку. Высадку мы делали весной, когда можно было садить деревья, и был период, чтобы они прижились, да, к почве. Посадили в районе 50. У нас есть такой дедлайн на осень более 100 деревьев. Так что мы хотим приглашать всех желающих присоединяться. От количества волонтеров также зависит количество высаженных деревьев и озеленения нашего города. Слушайте, добре мати ціль, так? Якщо на меті стоїть щось значне або хоча б
кроками такими, 50, потім ще 50, і так до 1000 дійти можна щороку, якщо по 100 дерев висаджувати, через 20 років ми побачимо дійсно зелене місто. Давайте повернемося до того, чим ви займалися до переїзду в наше місто, адже ви згадали про свій блог. Що це за блог, яка кількість підписників, в якій соцмережі ви його ведете? Я веду свой блог в социальной сети Instagram. Это мой блог профессиональный, 116 тысяч подписчиков на сегодняшний день. Чи маленькая сумма, так. Я с удовольствием его развиваю. Вначале я пришла к идее развития блога от того, что у меня было много портфолио. Я профессиональная модель, фотомодель, и была лицом многих коллекций известных брендов. Мне очень нравилось работать в этой сфере, помимо того, что я училась в университете. А училась я на профильной профессии. Будь ласка, на якій? Маркетолог. Ну, тепер розуміємо, звідкіля у вас 116 тисяч підписників. Маркетинг спрацював. Скажем так, дал свое зерно, да, в эту область. Значит, у меня были основы маркетолога, я закончила курсы SMM, я стала развивать свой блог. Сначала у меня был небольшой магазин. Я, как человек творческий, любила рисовать картины, я любила делать украшения из полимерной глины. Может, помните, такое было актуально? Handmade. Я не цікавився цим напрямом, скажу вам відверто, але тим не менш, думаю, що декілька наших глядачів, які зараз дивляться, згадали, що і вони цим могли займатися в ті часи. Я уверена, у кожного нашого телезрителя, хто смотрить нас зараз в ефірі, було хоч одне ізделіє ручної роботи, потому что это был просто пик моды. Так вот, я начала развивать свой магазин. Я увидела, что у меня это начало получаться. После этого я приступила к развитию блога. Было много портфолио, их негде было выставлять. ВКонтакте аж тогда закрылся. Помните этот период? Так. Ну, что? Дуже важкий для багатьох, хто полюбляв сидіти і проводити свій вільний час саме в соцмережах. Да, да. Вот. І со временем мой блог перерос в более экспертный блог. Я хочу сказать, на данном этапе он много деформации переживал за этот период. Это уже в районе 6 лет, 5-6, как я им вот занимаюсь дотошно и конкретно, скажем так. Я хочу сказать, что на данном этапе у меня есть три вопроса, которые я поднимаю в своем блоге. Первый, конечно же, это экология, чистота. Это уборки города, призыв к спасению экологии. Меня это затронуло еще, когда я училась в университете, и мы выходили на субботники возле университета. Многие пытались не ходить, уходили, прятались, еще что-то. Мы шли, убирали, и это действительно классная традиция, это осознанность людей. Потом второе, то, что я транслирую, это непосредственно женское образование. Женские материи. Я пытаюсь вдохновлять своих читательниц, рассказывать о том, что здорово быть женщиной, что психология, диетология – это все постижимо, это все близко, это все можно знать и нужно для каждой из нас. И на почве того, что я начала как бы интересоваться психологией женской, стала организовывать бранчи еще в Киеве, я приехала в Кривой Рог, и здесь основала женский клуб «Сестринство». Я его сделала в разных направлениях. Приглашаю спикеров, привожу из Киева. Я хочу сделать в ближайшем будущем большой блогерский симпозиум в Кривом Роге, где мы можем пригласить людей, и они узнают о том, как правильно продвигать свой бизнес, как правильно вести страницы в Instagram, как вообще становиться лидером мнений, блогером, и все, что касается этой социальной сети. Это будет очень классный, полезный такой семинар, симпозиум. Більше такого експертного формату, ніж розвлекательного. Так, ви знаєте, за останній час, там, в період декількох буквально місяців, які ми провели в наших ефірах, дуже багато наших гостей тим чи іншим чином перетинається із соціальними мережами, із веденням власного блогу, із продажами у Instagram. І ми бачимо вас, і як такого ментора, так, для
кількох, ну, для деяких своїх підписників або для всіх взагалі. І як людина, яка ще й екологічні ініціативи через свій блог транслює у маси. Це досить приємно, дійсно, і викликає повагу. Що хочу спитати Спасибо. Вас? Так, вам дякую за те, що ви взагалі сьогодні прийшли до нас, і ми маємо таку цікаву бесіду з вами. Я знаю, що ви у майбутньому ще й доктор економічних наук, чи я помиляюся? Совершенно вірно. Угу. В скорому будущем я стану доктором економічних наук, PhD. Це буде фінал моєго обучення в Київському університеті імені Сікорського, Київському національному. Я с радостью там проучилась всю свою студенческую жизнь, аспирантуру и даже преподавала. Мне очень нравилось. Я очень люблю преподавать на самом деле, поэтому всегда, когда я провожу свои бранчи, я обязательно вставляю туда свое вот где-то получасовое, 40-минутное спикерство. Вот я люблю выйти, рассказать, причем рассказываю в абсолютно понятных, интересных, актуальных сферах. Это либо как развивать свой блог, какие-то интересные инсайды на этот счет. Это стилистика, поскольку я еще стилист. Я закончила Академию Андертана, я закончила Академию, получила сертификат гособразца в России. А в Украине, к сожалению, нет таких академий, где можно получить госсертификат, но, тем не менее, развиваясь в этой отрасли, уже работая, я понимаю, что могу рассказывать полезные инсайды для своих девочек, которые приходят ко мне на бранчи. Ви зараз сказали таке речення, я від вас почув, що ви транслюєте все простою мовою, так, для того, щоб вас зрозуміли. І от, як казав Аристотель, знання – це саме вміння донести простими словами. Мені здається, дійсно, потрібно це розвивати і потрібно цей напрям підключати. Я думаю, ми з вами поза ефіром ще поспілкуємося. Я вам дам декілька контактів людей, які зі мною вже спілкувалися у цій студії. Тим паче, хочеться повернутися трохи до екології і поговорити про це ще. Як долучитися до вашої ініціативи, як це зробити і хто це може зробити? Это могут сделать любые жители нашего города. Если есть желание приехать в Кривой Рог из ближайших городов, пожалуйста, мы рады всем. Это можно сделать, перейдя на страницу «Чистый Кривой Рог» и написав просто в директ. Мы скоро создадим Google форму, которую можно будет заполнить и официально присоединиться к нашей волонтерской группе. Мы хотим это сделать максимально доступно для людей, потому что на самом деле многие тяжело понимают, что такое директ. Я с этим столкнулась здесь. Многие тяжело понимают, как это правильно все сделать, стесняются, возможно. Мы максимально просто и доступно сделаем возможность оформиться в наш волонтерский клуб. Мы всегда выставляем анонсы наших уборок, приглашаем людей на уборки. И все, кто хочет, может даже не писать, а просто приехать и сказать: «Я вот видел анонс, пожалуйста, хочу поубирать». Мы даже выставляем, что с собой нужно иметь. Нужно иметь немного, на самом деле. Для уборки города это строительные перчатки обязательно, потому что приходят иногда в одноразовых, в которых мы моем посуду, резиновых. Это не тот формат абсолютно. Нужно такие строительные плотные перчатки. Нужны строительные пакеты. Многие приходят без них. Мы, конечно, выдаем, но тогда меньше можем собрать отходов. Что касается высадки деревьев, мы всегда привлекаем спонсоров, и в Кривом Роге были у нас действительно люди, которые имеют бизнеса, через них мы делали интересные коллаборации, собирали деньги, покупали саженцы и шли садить деревья в парках. Саксаганский, на 44-м квартале, то есть мы с удовольствием высаживаем, нам не запрещают, нам единственное запретили ставить таблички. Только если мы будем вбивать их в землю рядом с деревом. Вешать на деревья запретили. Это не является проблемой. Всегда есть разные варианты развития и призыва людей к нашим высадкам и уборкам. Скажіть мені, будь ласка, ви як людина, яка безпосередньо зіштовхнулася з цією ситуацією і побачила, яке наше місто може бути, яким воно є зараз, що б ви порекомендували людям, які безпосередньо до цієї роботи мають бути долучені по професії?
Я би порекомендувала, можна ще раз вопрос? Тим людям, які займаються прибиранням у нашому місті, і комунальним службам? Так, і чию роботу ви виконуєте безпосередньо, коли займаєтеся своєю справою? Я би порекомендувала цим людям відповідальніше к своїй роботі відноситися все-таки. І тут вже людський фактор грає, як не круті, можливо, для кого-то зарплата, яку вони отримують, це низька. Можливо, у кого-то здоров'я не дозволяє, але потрібно йти працювати. І вони працюють в комунальних службах, відповідно, не виконують повноцінно об'єм своєї роботи, відповідно, ми бачимо ці загрязнення в парках, відповідно, збираємо волонтерські групи і йдемо допомагати уборкам. Ну, это все человеческий фактор. Я даже не знаю, я могу сказать точно, что нужно делать, такой интересный инсайтик для всех, кто нас смотрит, что нужно делать, если хочется пойти поубирать, но не несут ноги. Например, что? Ну, первое — это начать с уборки своего дома, своей квартиры. Убрать все, вынести старый хлам, сложить. Вот я даже как стилист, у меня есть в моем курсе, это урок о том, как правильно сортировать одежду, что нужно там выкинуть или отдать нуждающимся, что нужно оставить. И главное — не бояться расстаться с этим, потому что это все нас возвращает. Наши вот эти женские материи, это все остается на месте и не развивается. Нужно выкинуть старые вещи, старый хлам, вынести. Много людей из многодетных семей, которые нуждаются в помощи. И это можно сделать, это можно организовать. Мы хотим, кстати, организовать такую инициативу «Чистка пространства». Это будет недельный марафон, после чего все, что мы соберем, мы раздадим нуждающимся семьям. Это тоже очень классная инициатива, она у нас будет уже в 2021 году. Вот. И потом, поверьте мне, желание придет само, а там уже как на первое занятие в спортзале. Один раз пришел, второй раз с удовольствием, третий уже бежишь. Я честно. Я думаю, що так і буде. Якщо є бажання щось змінити, то й сили знайдуться, якщо бажання дійсно правильне і воно йде зсередини. Да, да. Я вам дякую, Юліано, за те, що ви завітали до нашого ефіру, розповіли про свою діяльність, про себе. Все? Так, вже, на жаль, час наш вичерпаний, в нас залишається буквально хвилинка на прощання. Так що я вам дякую ще раз. Друзі, хочу сказати, Юліана Ківська сьогодні була з нами, ініціаторка такого екопроекту в нашому місті, тому що прибрати його все ж таки і зробити його чистішим. І чому я задавав Юліані так багато питань і цікавився її особистістю сьогодні? Щоб показати вам, що людина має кілька професій, має дійсно заняття по життю і приїхала не так давно в наше місто, але все ж таки вже зайнялася прибиранням. Тож і нам з вами нічого не заважає це зробити і долучитися до неї. Дякую за увагу.